то, что Ульяна Колесник в самбо новичок, да еще и борется с мальчиком впервые в жизни, даже не скажешь. Уверенно применяет болевые приемы и побеждает. Считает, сила на ринге не главное. Здесь нужно думать и просчитывать соперника. На самом деле ошибки соперников и вера в себя, как бы, ну, то, что поддерживают одноклубники и мама с папой. В Дубковском доме культуры такие соревнования проводятся впервые. При поддержке общественной палаты комиссии по патриотическому воспитанию на турнире «Сила духа» встретились около 80 юных самбистов. Участники наши сегодня с Одинцовского городского округа. Это лесной городок, Дубки, Звенигород, Одинцово, Назарьево, Перхушково. Вот такой разносторонние сегодня участники. Участники разного возраста и уровня подготовки, но в тесном окружении болельщиков, причем в буквальном смысле, ребята выкладываются по максимуму. Уходи назад! Ушел! Защита на остановить встречу. Здесь разрешаются броски, удержания, болевые приемы на руки и ноги. Такие навыки самообороны в жизни лишними не будут, считают организаторы. Ребята очень хорошо подготовлены, борются хорошо, с азартом большим борются. Я думаю, что с них вырастут настоящие чемпионы. Кубки, медали и памятные подарки для победителей. Заряд бодрости, энергии и силы духа для всех. Мы стараемся любое соревнование организовать не как какое-нибудь соревнование, а как праздник, чтобы у них это был праздник, чтобы они ходили и соревновались, и еще радовались именно соревнованиями. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».